Доброе утро. Доброе. Сколько смотрю, хоть бы головы подняла. А что ты делаешь? Это куда? Да просто помогаю складывать. Они тут и лежать будут? Ну да. А я думал, что куда-то готовят к отправке. Нет. Он нам сказал, если к нам КамАЗ придет, половину забрать в город. Ну, он сказал, оттуда возьмут, отсюда вот начинать ложить, говорит, и туда. Ну да. Я так и делаю. Ну ладно. А что, он не приехал? Ну, наверное, нет, я что-то глянула машины. Я жду, его сказали, приехал, пилу нам купил. Наверное, не доехал. Понятно. Вот он баню-то нашу повредил, а теперь смотри он ее. А я в воскресенье-то не знал, сказал, повредил. Он говорит, уже отремонтировал. А упало дерево и шифер расколотило. Вот на это место почему не покушался никто? 26 лет. Ну, участок очень страшный был, конечно. Страшный, вообще зайти нельзя. Видите, какие пни. Вот они передо мною. Ну. Вот пень. Ну, вот это один пень. Ну, это больше метра, наверное. Ужас какой. Вот ведро стоит, так оно занимает только маленькую часть. Он начал валить. И вот смотри, я так ахнул. Вот оно. Ну, вот. Это он пришел среди тополей и начал здесь. Это вот пень. А он так подпиливает его, а потом обкалывает. Вот можно даже замерить, сколько он. Раз. 2, 3, 4, 5. Вот. 1,20 м в диаметре. 1,20 м. Это он обкалывает. Вот вверху. Это не второй пень, то же самое. А то места не хватает. Земли не дали. Земли не дали. Ну вот этот поменьше. Раз. 2, 3. 60-75 сантиметров. В диаметре тополя. Но вон тут больше метра рядом. Работник. Это Роман, а малыша хозяйство. Он в город уехал, видимо, не приехал. Что-то там не достал еще. Вот, воскресенье. Такой любой день. Можно увидеть коровушку. Вот коровы вышли. Сейчас барабаш будет выгонять. Вот они стоят. Травку пощипывают. Молоко это не то, что на откорме где-то стоят. Здесь всякую разную травинку едят. Наверное, янчуки выгнали свои. Это валюта потеряевская. Это Роман машину готовит на продажу. А там далеко Любины гуси. Ищут хозяйку, видно. А ее-то больше всего и бояться надо. Хозяйку-то. Голову-то поотрубают. Сегодня пасет Женя. А барабаш гонит. Вон они пошли. Комбайны его. Как интересно в деревне. Во всех отношениях интересно. Это Нина тут живет. Даша, не Анила Глушкова, а Даша, там видно большая, это Виктор Савченко сейчас приехал, сестра к нему приехала. Ну, а еще дальше, это Плотникова, а еще там дальше видится барабаш. Сегодня, конечно, на поле не выйдешь, все размочило. Thank you.
тоже так же где-то. Легкая поминка. Люба, я забыл спросить, без хозяина вы это делаете, он вам разрешил или благословил? Конечно. Он знает, да? У меня с ним договоренность. Понятно. А как ты договаривалась? Он попросил тебя или? Нет, я сама ему предложила. Ты сказала, можно ли дрова сложить, да? Да, я говорю, давай я тебе помогу, ну хоть чем-то помогу, говорю, давай дрова сложу. Да ну, да что вы, да. Она у вас упадет, она... Я, Надежда Васильевна, ты видишь, что вот она сюда пошла, на тебя, по линии? Да птичка, лес по линии. Видишь, она шатается. Так нет, ну эти-то надо складывать ровно, чтобы они не выпирали, вот о чем я. Угу. Вот так, все, не трогай. Сейчас вот здесь вот начнем складывать, она будет держаться. Ну и все, я ему предложила. А нам, скажу, в школе это не преподавали. Да-да, мы это не изучали. Это наш отец, у него последние две девчонки, Таня и Марфа. Но они пошли, до туалета маленько не дошли. А отец пошел, заметил и говорит, да разве на школе так учат? Тять, а в школе этому не учат. А плохо, что не учат. Я на Москаменске учил, говорит. Даже всему, как сморкаться, как газу пускать. Да. Все. А он считается отец мировой педагогики. Это не шуточное звание. О, вон как. Так он еще не приехал, значит, еще. Ну, что-то нужно было там ему... Как ты говоришь? Ремонтировать машину или купить что-то, какие-то детали. Да у него там много работы было. Он и поехал рано, чтобы ему все успеть. Ну, понятно. А тут вот, по-видимому... Хорошо. Ой-ё. Всякой жести полно. Труба. Да я смотрю. Что такое? Да как здесь вот те карманы? Я даже не видел где-то. Я сейчас такую глубину лазил. И сколько метров туда по этому... На руках буквально повис. Ужас. Бобрам. Капкан хлопнул. Оттуда не могу вылезти. Сижу один там в яме. Ой, ты чудес. И все-таки вылез. Вылез. Цеплялся. Ногами там за грязь, за траву, за все. Ой, ну так а кто-то где-то был рядом? Нигде рядом. Где рядом? Рядом никого нет. Только те, кому я не нужен. Там водяные крысы да бобры. Ой. А как ты думала? Загрызут тебя и знать никто не будет знать. Все, я ушел. Это вот столб стоит. И от него провода. Ну, конечно, видно, старый счетчик. А провода никуда не идут. Почему? А это означает в лагерь. В лагерь провода шли. Дальше вон они идут, столбы. Ну, а теперь вот проволока, где... Идет от дома, от того, который гостиницей называется. Это у Романа с этой стороны, где он живет. Да.